Здесь нужна таблица рекордов. То есть вот у нас мы с топовыми риэлторами обсуждали, менеджерами. Они предлагают делать там таблицу рекордов в каждом городе. То есть за все время? Да, здесь, а здесь рекорды прям даже по сети. То есть вот одна часть таблицы рекордов по городу конкретному, и вторая прям по сети, чтобы все видели тоже. Ну, то есть мы точно так же берем наиболее большее количество зарплат по сумме, да, в рамках города. Нет, тут надо, знаете, это мы должны запроектировать, там поспрашивать, ну, допустим, 5 показателей. То есть, например, количество сделок, может быть, там количество выручки в один месяц, там, сколько... То есть это не факт, что именно... рекорды светофора будут, да? То есть это будут рекорды светофора, да. А светофор же у нас по зарплатам строится, то есть все равно... Нет, по зарплатам, почему по зарплатам? По штукам. Считать. Нет, вы же можете по штукам тоже. От количества именно. По доходу, да. Угу. Сейчас он по сумме, по-моему, у нас за месяц строится. Нет, сейчас я имею в виду, рекорды могут строиться, да, по городу. Ну да. То есть таблица рекордов города. То есть, может быть, рекорды должны быть за год, угу, там за 5 лет, за все время, допустим. Типа по сумме сколько они... Да? Вот так вот, тоже они тут тыкать должны? Вот, и допустим, ну, и мы там, допустим, раз, то есть вот так вот множество такое будет. Все. И мы вот тут получаем. Ее надо посмотреть, как визуально делать. Как у тебя тут получается? Математическое программирование, мне кажется, тут не такое сложное будет. По факту. Но тут, если раз в месяц будем рассчитывать, ничего. То это нормально, да? То есть мы там все. Тут один структурно... сразу надо предусмотреть все варианты, да, все вариации. Да. То есть тут уже нужно будет хранить в разрезе. Если у нас сейчас общая сумма хранится, тут надо будет в разрезе, ну, по типам недвижимости. То есть, смотрите, вот суть какая, с одного окна должно быть с одной стороны все видно, не перегружать. Но если вот кто-то захочет провалиться, он должен посмотреть и за 15 лет, грубо говоря, ну, что было. Угу. То есть оставить возможность. Таблица рекордов нужна. Обязательно можно. Тут надо сделать поле связаться с риэлтором еще. Потому что очень часто с других городов, когда выбирают, угу, лучших, сразу же хотят позвонить.